Привет, друзья! В последнее время, смотрю, участились случаи вспышек агрессии нашего отечественного Роскомнадзора в сторону Ютуба. Там под разными предлогами грозятся заблокировать видеохостинг в России. То сериал какой-то жопошный откопают, то еще к чему-нибудь придерутся. Там, в общем, по каждый раз находят какие-то глупые совершенно эти поводы. Возможно, это всего-навсего такой пиар этих говенных сериалов. Занесли там эти продюсеры, кому надо, сколько надо, в этот надзор вонючий, и пиарятся таким образом. А возможно, и вправду нацелились прикрыть YouTube. И потихонечку вот так готовят народ к мысли, чтоб свыкались с мыслью. Хрен их знает, этих собак бешеных. В общем, на всякий случай создал паблик ВКонтакте, потому что ВКонтакте-то вот они вряд ли прикроют. Это он их собственный, они там полновластные хозяева. Короче, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья на страницу. Мало ли что, от них всего можно ожидать. Да и к тому же ВКонтакте функционала побольше, там те же картинки это постить, там музыку, да мало ли что, вообще там для общения там гораздо, естественно, больше функционала, чем на Ютубе. Ссылки будут в описании под видео. Всем пока.